Это мои красивые цветочки. В этом году посадила герани. Просто потому, что они очень яркие, придают цвет моему чудесному гардену. Тут рядышком у меня растет лимончик молодой. Вот лимоны мне уже дал 3 лимончика. Так, где-то еще этот видела. Вот еще. Так, из-за того, что у меня мало земли, я сажаю все вместе рядышком. И кукурузу. Не планировала сажать кукурузу и горох. Ну, Диана просит кукурузу, а Алёша просит горох. Поэтому посадила себе цветы, а детям кукурузу и горох. И сюда тоже, потому что, как я сказала, земли у меня мало. В горшок с пальмой. Вот. А вот здесь у меня был пустой. Ну, не совсем пустой. Здесь у меня растет базилик. Только у меня что-то какой-то совсем маленький стал. Вот базилик и вот этот тоже. Вот. Ну, не знаю, базилик вырастет или нет, а горшок у меня пустует. Так что пускай растет кукуруза и горох. Так, у меня есть еще помидорки. Вот, рядом вот с такими большими пальмами. С огромными, с такими красивыми. Вот сейчас покажу, где растут помидорки. Здесь в уголку, здесь у меня маленький кусочек земли. Так, сейчас уберем ветки. Вот, посадила помидоры. Такие вот они большие. Так, сейчас найду помидорки. Надо найти. Они еще маленькие, еще не выросли. Вот тут видно. Ой, да где я, не вижу. Куда я смотрю? Где мои помидорки? Вот здесь еще есть где-то помидорки. Ну вот маленькие они еще. Не видно их. Вот они. Вот здесь вот еще. Там цветут еще много. Вот так. Там, по-моему, на другом кусте побольше есть помидорки. Вот. Так. Ладно, у меня в этом году есть кинза. Вот моя кинза. Вот здесь у меня растут под пальмовым листом кабачки. Но они только цветут, еще кабачков нету. Вот там вот тоже. Здесь растут мои красивые огурцы. Где они? О, вот они, маленькие огурчики есть. И есть хорошие, большие. Вон там висит огурчик. Вот они, мои огурцы, висят большие. Ой, какая прелесть. И вон еще растут, цветут. И вон уже пошел на пальму. Скоро будут выше пальмы. Обалдеть. А тут рядышком вот еще один. Он такой маленький, но на нем я уже сорвала 5 или 6 огурцов. И вот они все еще растут, растут. Вот, здесь у меня клубничка, она уже цвела. В горшочках. Мы уже съели ее. Ой, какая прелесть, бабочка улетела. Тут мои перчики растут. Маленькие еще пока цветут. Вот. Здесь укропчик красивый. Вот. Это вот другая пальмочка. Так, я сейчас покажу помидорки. Так, заходим вот сюда. Вот этот сорт напоминает мне бычье сердце. Он называется Beefsteak Tomato. Вот здесь такие помидорки намного крупнее растут. Вот еще. И вот еще. Зелененькие все еще растут. Вон они там прячутся. Красота какая. Вот здесь мои маленькие саженцы пальмочек. Вот. А еще у меня есть смородина. А, еще лимончики. Сейчас покажу смородину.
И малина у меня тоже есть. Но малина что-то... Только одна зелень, никакой малины. А это вот куст смородины. Он уже так разросся хорошенько. Но ягод что-то мало тоже. Ну, им, правда, второй год. Вот здесь немножко ягод. Так, где вот здесь вот только начинает. Некоторые стволы все еще с почками. Не пойму, может, из почек вырастут ягоды. Вот, вот этому кустику 2 годика. Вот, еще у меня лимончики тут есть. А, вот это мандарин. Он цвел, но мандаринов пока не вижу. Вот, а вот лимончики. Висят. Еще вот другое дерево. Такие вот. Мы уже 3 лимона отсюда сорвали. Вот. Вот там вот еще растут. Спрятались вот здесь за зеленью. Вот сколько их там лимончиков. Так. А, вон они. Вот такие. О! Ой, ветку сломала. Ну вот так вот.